К половодью и тушению пожаров готовы. На заседании правительства утвердили план основных мероприятий в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций на 2017 год. Все оперативные службы будут поддерживать боевую готовность постоянными тренировками, круглосуточными мониторингами обстановки, своевременным прогнозированием возможных рисков. В прошлом, а особенно позапрошлом годах, Югра столкнулась с серьезными паводками. В 2016-м был зафиксированный рост как числа, так и площади лесных пожаров. Материально-технические ресурсы, и что самое важное, профессиональные, опытные кадры у нас для этого есть.